Везу в танкошмоте, сейчас Синдра будет его бить. Ну ладно. По кайфу. Тюменский. Мать сына в школу собирает, кладет ему хлебка, колбасу и гвозди. Сын домой приходит, спрашивает: мама, это что такое? Ну как, режешь колбасу, кладешь на хлеб и ешь, а гвозди? Так вот они. Блядь, сори, я не понял. Не только ты, походу. Можно, пожалуйста, для тупых объяснить? У меня вот кошка пришла, тоже хочет послушать эту хуйню. Можешь, пожалуйста, ну, как-то объяснить это физически? Ну, вот тупой анекдот. Объясни. Тупой анекдот это типа когда быстро. У вас кот сильно газированный, а почему? А его когда трясешь, он шипит очень. Ну, это типа, ну, хотя бы какой-то смысл есть, но у тебя... Ну, там не мама под бутератом, а сынок. Он просто, ну, гвозди на урок труда ему нужны, и он забыл, что они ему нужны, блядь. Ну, попросил маму вечером, это... типа, перед тем, как обдолбался. Это как российские фильмы, мы не знаем. Да, да подожди, завали, ебал, ты уже шутку придумал. Бутераты испекли наши злейшие враги. Это как российские фильмы, мы не знаем, что он идет на урок труда, но знаем, что как бы ему нужны гвозди. Но он обдолбился и забыл, что ему гвозди нужны. Хорошо. Так, давайте по хилам. Раз, два, три, четыре. Дедмайн, спекайся в ДЦ. Некист, спекайся в холли пала. Будьте добры это сделать побыстрее. Раз, два, три, четыре. Шесть хилов, отлично. Никто не должен умереть. Так, залетает, что, ДЦ, залетает или, короче, муха в спортзал. О, залетает две мухи в спортзал, и одна другой говорит: что-то тут холодно, а другая говорит: ща, надышим. Неправильно все. Они сначала летят по улице, потом решают. Я только помню эту часть анекдота. Ладно, хотите бояться. Я услышал, я все помню. Давайте минутку отвлечемся, реально будет смешно. Сейчас я только придумаю. Долбоеб. Это баянист анекдот. Если кто-то знает, не перебивайте, пожалуйста. Если кто не знает, тому будет смешно. Короче, идет дюймовочка по лесу, спящая краса... А, это Белоснежка и самый главный хуесос в мире. Идут они, короче... Кто? Я не услышал. Хорош! Заходят они, короче, к гадалке по очереди. Ну, встретили гадалку. Заходит, короче, мальчик с пальчик. И говорит: блядь, ну, выходит назад и говорит: блядь, я не самый маленький в мире. Меньше меня дюймовочка. Заходит, короче, Белоснежка к гадалке, выходит, говорит: блядь, я не самая красивая в мире. Красивее меня спящая красавица. Заходит, короче, самый главный хуесос в мире. Блядь, кто такой Джейми? Ебать, ты такой анекдот испортил, реально. Да давай уже договори. Да он, ну там выходит самый главный хуйсос в мире и говорит: а кто такой самогон? Сука. Если бы зло не выкрикнул, было бы смешно, просто, ну, Питер. Да ты вообще неправильно начал рассказывать, тупой. Все, закрой рот, у нас чек уже. Все, пошли. Было весело, очень смешно. Ну пошли, мне в ДЦ или холики, блядь? Холики. Ну я как бы в ДЦ спеки сейчас. Ну все, тогда не повезло, считай. Ну ничего страшного, Deadmind, Dead Holic, блядь. Да нормально. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордвала унесут ваши души. Кто-то далеко стоит. Что ты говоришь? Или мне кажется только. Ну, это офф-тактика. Сейчас притяжение будет. Это кино русское, охуенное, очень интересное. Блядь, я флешмоб забыл сменить, сука. Какое, движение в Джейми? Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти
Ребят, я забыл сменить. Зачем вы подняли кибер? Не знаю, Каноп всегда танчит без фрошмода. Дайте дань по первому. На мне метка, словишь босса. Ну просто прибивает, мне осталось 7 кхп. Это без. Я видел, но ты как бы все равно должен чуток прожиматься. Ну да, я растерялся просто. Давайте равномерно подбивайте. Шар падает в никуда. О, сообщение. Забирать или потанчишь? Как хочешь. Я во фрошмоте. Хорошо, танчи. Хант умрет сейчас. Ой, ты меня сейчас вот это дело хранит. Дыхание бьет. Дайте по бафу по киллерам. Не забывайте, что если мы лапнемся, будет ГП. Сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Джерри, он 15, Димон. Меня срывают агро ханты. Потому что они напуливают. Давайте метки вперед. Кто ловит, я? Давай ты. Котик какой-то вперед убежал. Слева падает, забежали быстрее, быстрее забегайте. Так, по центру падает, забегайте обратно. Крайний подбивайте. Центральный по РБД подбивайте. Слева падает, прячьтесь. Рома тупой. Так я был за колонной уже, нихуя. Я подумал, сейчас умрет. Справа мне подбить. Все, игры закончились. Началась серьезная игра. Встаньте в кружок. Все, пошла фаза. Смотрим за стаками, за дебафом, за меткой. Под босса все метки несем. Рост по команде. Ебать, успел забежать, прокнул ревностный, как ты рост. Ариданий, под босса остановись, мелики отошли. Под босса встань вот так. Только не в босса. Сильно близко, не забегай. Сбивайте тебе. Сейчас ты меня сбивай. Да, конечно. Сбрось все стаки, сразу меняй. Пизда мне сейчас будет. Не сливайте метку, сейчас притяжка будет. Прожал кроватку, вот. Беги, малышка, беги! Все, прожми зеленку под дыхание, все. Клюш прожал еще. О, нормально. Все, меня. Лунопух, под босса мелики отошли. Дайте длань по БДК. Давайте, можем сделать ичиву. Сейчас кину стаки, поменяем. 3, 2, 1. Сливайте метку быстрее. Давайте рост. Давай, я пошел тебя менять. Просто под, давай под босса, мелики отошли. Так, это плохо. Главное, поднимай самогона. Я сбросил, 7 секунд. Килька под босса, мелики, доходите, может менять меня если больше. 7 секунд. Пока еще жив. Так. Все, меняю. No. Хотя вообще не пробивает, Олег. Что думаешь? Дум под босса. Мелики отошли. Сейчас кину стаки, одна секунда. Бля, ну 7 стаков. А чего не будет? 3, 2, 1.
малышка, беги! После вытяжки. Войт, подходи. Назгул под босса. Так, там двойная... Я могу дотанчить сам, в принципе, а ты поменял. Да, поменял уже. Иди, Назгул, так. Нарядание под босса. Да, что-то не пробивает. Странно. Ну, оно же зависит, там будет на тебе 8 стаков магии, допустим, это и дыхание. Будет пизда. Не будет, не будет. Ну, все, я дотанчу сам. Давай, под босса. Отойдите от черепа, сейчас ебанемся. О, красава. Джерри не отбежал от метки. Скриню. Админ скрин. Над такое наедание обычно кикают с гильдии. Мозгачав, давай в сторону выноси. Давайте добивайте речь. Беги, малышка, бля, беги! У меня сразу две частицы висит. Давай я прожму таун на босса, смотри. Оп. Но это обжигающий холод был, а не ледяное дыхание, так что... Все четко. Часы. Кому надо? Пейте скреп, ребят. Это... Ну, держи. Покорите. Хочешь поэрелить лича, ну просто неудобно эрелить за БДК, я не прожимаюсь, просто буду умирать. Веракт. Псих. Давайте паролим честно, чтобы было. Или я сотри, ну не знаю, блин, или я ВДК спекну с этого БДК. Давайте Джерина заставим, он склеп поймал. За ДК, блин, мне неудобно эрелить за ДК. Либо килька в банке, она в кашле. Есть еще варенька, что? Пусть нас Гаул перли. Давайте ролл. Давай ты первый. Просто смотрите, если вы не хотите с первого трая, то можно и я могу перли. Ну да, что за роллы такие, алё? Не, давайте за первого трая, так как... Короче, за меня кинула. Ну или тогда захиливайте нормально. Ну да, я буду слабенько. Ты видишь, Джейми проиграл. А чё мы ролим? Кушайте рыбу. К сожалению, Олег проиграл. Да, да, с духами будет, как их там, не знаю. Так, давайте по тактике. Некис, станешь кружок. Аридания, ты умеешь станить валик? Ты была на Личе, вторая фаза, знакома тебе? Твоя задача на второй фазе слушать Тирелла, если он говорит о сквернении, выходите на рейндж, ты выходишь на рейндж. Если, там, не знаю, когда тебе скажу станет, ты станешь. Вообще станешь ромбик, это вторая валька. Так, тюменская, станешь третью вальку, трусы. Ты нет, сейчас подожди, у нас протопал есть. Давайте так, Джейми станет трусы, тюменская, ты просто там по команде застанешь, если я скажу. Все, то по диспели чему. Да, ты? Я могу. Я шаман могу. Давай, ты шаман подиспелишь. Нейки станешь кружок, Аридания, ромбик, Джейми трусы. Самогон вылетел. Гомеопатия, ты тут?
Ждем гомеопатию и начнем. Здесь. Все, тогда запускаю. Диспелит. Диспелит гутербол. Неужели прибыли? В общем, буду танчить босса как. Боком. Эвай, давай, сука! Где ты, блядь? Там чума вешается. Через сколько секунд дохнет чувак? На 4. Один, два, три и дисплей. Понял. Так, буду танчить лича спиной к РДД-зоне. Не боком, а спиной. Чтоб ловушка на меня только кидалась. Вы пробегали не через нее, а боком. Ребята, я срать хочу, АФК 5 минут. Давай, пока. Заражение. РДД ловушка. Для шарпища далеко. Чума, 2 секунды. Агро, агро, лич. РДД ловушка. Лич. Или милики. Милики. Пиздец, это... А, милики. Роман, классная, ты конченый там. Я не забирал сейчас, это не я. Охуенно, блядь. Отойдите чуть дальше. Вот так вот. Продолжаем. РДД ловушка. Чума, 3 секунды. Кривонучка чума. Жесть как неудобно. Так, РДД ловушка. Велики тоже двигаемся. Шарп еще вылазит. Как ты ведешь леща, РДД не достают. Блин, я забыл, как уже танчить. Ну ладно, так сделаем. РДД ловушка. Чума, 2 секунды, велики выносим. Маланар, чума. Бля, охуенно я веду, да? Просто как... Тупо. Ого, божеский. Прямо в пол. РДД ловушка. Проводи трэш, протопалка. И будет чакать вот так вот. Знаешь, как классно я танчу просто. Меня бы просто уничтожили. Диспейте с парлайза и с нас, блин. Меня бы уже уничтожили, если бы я бы увеличил убили. Так, милики, ловушка. Давайте на край, чума, 1 секунда. Тюменский, выноси чуму. Диспел, диспел. Время закрыл. Давайте все на край. Сейчас попробую загреть духа. У меня нету редфрейдов. Так, где-то дух. У меня трудности, у меня тут дух под иступлением ревностный. Все, КД, дайте красную карту. Да, получает ГП, короче. Я сдох. Бросьте, вынести метку. Кралька, подымай. Подымай, Джейми. Войд дум чума. Кралька чума. Диспельте шары. Войд чума. Прости чума. Я все вижу, не говори. Бейте второго ДК. На этой линии, Гриш, подбежали. Как там агрить духов, я не шарю. Что там, все таунты пожимать, да? Ловушка опыт, вытяжка, хватка смерти, таунт. Тупо, там каждого духа. Башня, да? Чё там, гейм будете давать? Хватка смерти, через дух у тебя будет срабатывать. Так, это мы сделал. Шарики бейте. Сейчас попробую сбить каст. Шары. Кресты, понты, шары. Крест, стоишь под Морганой, мозгача. Забирай духа. Шар. Блядь, кому звезду дать-то, сука? Давай. Сейчас мне дашь, через секунду. Пускай просто пока будет. Можешь мне давать. Под босса встаньте, звезду. Сливайте всех, валик. Шаман последний, в трусах. Трусы сливайте. Трусы, кружок, клавиатура, такое. Осквернение, все смотрим. Мозгача, выноси осквернение. Давайте,
просто. Добивайте кружок. Кого отпустили? Сову, ну не важно, не страшно. Давайте 5 звездочек становитесь. Хилы и протопал под босса. Как вот так поставить все, да? Все пусть стоит, как стоял. Милики, выходите к трону РДН Рейн, сейчас будут вальки. Так, давайте, вальку. Отведи лича с личом, умоляю. За ромбиком, веди лича. Кружок и... Пожалуйста, за ромбом. Ромбики кот, он чаржится. Нет. Я попробую. Поближе его. Да, я уже не могу ближе. Сейчас попробую. Ну, ГЦ. Сворачивайся, лич повернется. Слишком далеко писала. РДД хилы по рейнджу. Сейчас оскорнение будет. Милики, стойте возле лича, а потом подведу в центр. Так, киллеры, выбивайте все в центр. Так вот, да. Сейчас будут вальки. Станем все. Кресты в звезду, мозгача. Смотрите, скоро оскорнение. Я в ромбе тоже. Ну, ничего страшного, ладно, спасти кружок. Трусы. Трусы добейте. По команде кружок трусы, два ханда стреляют в ромбик. Дурочки. Так, давайте, сейчас опять будут вальки. У меня прожимок нет уже. Так, готовьтесь. Сейчас оскорение. Первый шаман. Кружок бейте. Ты пошло, выходи с рейнджа. Все вправо в трон, уходите. Отлично. Не, бля, я не могу релить такое говно за ДК. Это, блядь, пиздец как неудобно. Бейте. Так это легко. Кружки хил. Ладно, короче, кто-нибудь поэрэйте, либо подумайте сразу на ВРС-ку без лича. Заходите, вы уже. Предлагаю Войда. Давайте я покончу, а ты поэрэйлись. А, хорошая идея, давай. Блин, а как же Войд? Ну давай ты поэрэйлишь. Не, я за Войда. Ну так а чё ты за Войда? Я просто за Войда. Ты чё, поэрэйлить не можете? О, кралька, поэрэль, пожалуйста. Понимаешь, я бы не ставил так калич на лича, люди бы не улетали так. А там проблема не в рельсе, там все хорошо было, там по чуть-чуть ДПС не хватало на каждой вальке. Да не, надо этим... Чё, кто там виноват-то был? Людям. Надо людям этим говорить каждые 2 секунды, чтобы они что-то делали. А что с Хантом, с Киллер Би? Если сова Клайман улетел на первых валях, кот Лунахуф хуесос, а Киллер Би все равно меньше их надамажил. Не знаю, вагон. Это просто вагон. Ну, я считаю, что на Элидане бы такого Ханта давно кикнули. Киллер, блин, что с тобой? 2 ляма. Бы не дошел до Элидана. Там прям на этих, на креветки бы кикнули. Нет, Киллер Би только для обычек, мне кажется. А он фуловый? Так, рассеивание. Ни один хант не снял рассеивание. Ну, это выступление, верно? А я дал стан в диминишинг. Короче, там на мобиле висело и красное вступление, вступление, когда между 25%... Так я в вальках летал, я почти не бил. Он мне уебал один раз на 78 до ревностного, а потом на 68. Это было 65, это было очень тяжело. Ладно. Давайте, сейчас нормально все будет, наверное. Поставьте шкаф в самолете Клаймена. Быстрее будет. Я
давай лучше без рыла убьем. Ты не хочешь, я так понял, ты хочешь здесь посидеть 3 часа, да? Да. У нас есть еще куча РС-ок. А когда что-то маги? Может быть сбросилось оно, кстати? Давай спекайся нас, попробуем так. Бавара ДД зомби случил. Вон, смотри, Войд хочет поэрелить, дай ему права. Че у вас? Да, пусть Войд эрелит, он нормально тогда эрелит. Че там, все готовы? Чек на пул? Поэрел. Я поэрел. Ты если хочешь, ты поэрел. Войд хочет поэрелить. Эрел, если ты в ДД эрел. Кристен бах, пожал. За ДК неудобно эрелить. За блоку удобно. Вот из пала вставить ледяную ауру? Тюменский, заходи. Если ставить, я тогда там буду другой ставить на дамаг. Да, ставить вижу. Тюменский готов? Все, я запускаю. Блин, можно было быстренько убить, если бы я был за ШП или за шамана. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Станите за боссом. Так, РДД ловушка, двигайтесь. Да мне пойти, выноси метку. Так, РДД ловушка, прибежали. Так, ловушка, смотрим на РДД ловушка. Двигайтесь, чума 3 секунды. Мелики тоже двигаемся, надо вынести. Редань, выноси быстрее. Диспельте. Назгул. Диспельте. Ну, блядь, диспельте раньше, пиздец. РДД, ловушка, кракл. А, ну на кухне поднимает уже. Захилите. Чума 5 секунд. РДД, ловушка. Давайте, выносим чуму 3 секунды. Войд, выноси. Шаркающий в рейде. Нейки, сдавай каплю на протопала, милики, ловушка, перебежали. На танке. Хорош, Олег. Да падает, ты чё? А чё, Олег-то? Бля, сука улетела, чуваку. Я не думал, что она докинется.
Все такие нормальные пацаны улетели там. Ладно, короче, решайте КРЛ, это не... я распускаю рейд. Не могу забыть. Да, давай. Туда вы прошарите фишку, тогда псих, наверное, поэрэлит. Сейчас я перезагружу интернет. Да, перезагружу. Чё там проблема в РК зашел? Что такое? Чё там ложку не можете? Голосование, кто лучше эрэлит, короче, выбрали меня. Кто лучше выбрался? Это спорить с первого трая. Ну давай, я тебе даю трай, если ты не справляешься, потом я... Мне неудобно эрэлит на ДК. Да Роме тоже, думаешь, удобно? О, снова в степи отправляю. Головушка взрывается. На Рексис ты можешь поэрелить? О, отлично. Давай. Почему? Ну ладно. Что-то на Рексис будет эрелить? Да, потом ты. Так, а, ну да, давайте сразу с вами попрыгнем, чтобы время не терять. Вань, ну можешь, что так хочешь, Вань. Типа раз в год и палка стреляет, и все прочее про твои шутки. Да, я только об этом и подумал. Самогона жопа тоже про твою палку подумала. Да не знаю, не знаю. Люди, вам самим от своих приколов не противно иногда? Нет. Ну, от Роминых иногда мне стыдно. Я себе такое говорил, мне бы стыдно было. Не, ну вы понимаете, ну как объяснить? Типа, я никогда не шучу на грустные темы. Как сказать? Ну, типа, что я бедный, например. Ну, в жизни ничего не добился. Или что у меня там девушка оргазма от меня не испытывает. Я не шучу, если бы это было... А, блядь, про оргазм спалился, да? Сука, вы даже не поняли, блядь, пидоры. Не смешно. Блядь, я-то думал, сейчас хоть один чел нормальную тему толкнет, он опять спустился, нахуй. Чел тему толкнет. Вот видишь, да я же не знаю, блядь, людей по голосам, я не привык еще кого слушать, а кого можно нахуй не слушать. Думаешь, вот глянь, человек говорит, оказывается, не человек, а хуйло какое-то. Назвал. Ты нахуя тактику не соблюдаешь, вайпаешь пацанов ловушками, блядь. Ты посол ты нахуй. Ебать. У людей, у которых IQ меньше 70, у них только один ответ, типа тебя, самогона, каноба, короче, понял? Давайте, у меня 75 IQ, я могу заявить с первого трая. Иди в рейде, понял. Так что, релить нет? Давай. У тебя не получится, я буду релить. Так, оси здание, пожалуйста. Держи. Кого ты назначал станет? Первый, второй, третий. Нейкист кружок, Оридания дом, Джейми трусы. Хорошо. Короче, если не считать Кощугу, то у нас в рейде 9 РЛов. Если не считать Кощугу. Если считать Кощугу, то у нас их 10. Вы пизданулись, у вас некому РЛить, что ли? Так этот же РЛит будет. Я слышу, что Валера РЛит. А Валера в рейде? Нет, меня нет. А, ну пусть Валера РЛит. Только еще бомбон поджимал. Так ты не разговаривай вместе со мной, и все, и не будет проблемы тогда с кнопкой. 3 РЛ в первой группе, 2 во второй, 1 в третьей, 1 в четвертой. Я считаю, что во второй группе самые лучшие пацаны. Ты про King of Pain и Криворучку? Да. Давайте флаг. Суманите, кулаки, да, лап. Меня... Там пацаны в степях. Да. Один из уродов не ставит шкаф. Мне кажется, у нас мозгол на месте бегает. Ты только что его поставил, не умничай. Че? Я не тебя.
Валера, ты можешь поставить на кнопку? Ой, на кнопку, а на Ctrl. Ставь, пожалуйста, на Ctrl голос. Мне не удобно. Блоки раздавать. 300 баф. 300 баф дай. Чё ты, Войт? Разгаул Ваня тут. Чё, Вой, ты ревешь, да? Наконец, хвалёные силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Нормально, мы дождим первый, на первой перехватке сразу без команды. Встанем, сразу наберем рейндж и дождим. А, на второй фазе заканчивается, он даже у меня. Почему Рилла так плохо слышно? Не знаю. Я всегда так релил, вроде никто не жаловался. Кто релит-то сейчас? No name. Джейми. Я не релю. Я не знаю, мне кажется, нас гол на месте бегает. РД ловушка. Что-то все лагают? Да. Ну пиздец, блин. Качма. Милики, караул. Кажется, Рыло не стычет. Магу Турбол. Диспел. Шерять. Повносит следить за своим дебафом. РПД ловушка. За звездой смещаемся быстрее. Сова. О, норм. Ловушка сейчас будет, готов. Он ловит. А мне. Все лагают? Да. Нет. Нет. Чума, оредание, чума. Неси чуму, оредание. Эльфи, диспел с него все равно. Токсис ловушка. Забирай трэш, но трэш и чума. Пейн ловушка. Милики, смещайтесь. Милики. О, смотри. Оредание, кинг и килька. О, кильки обязательно. Второй раз чуму не может вынести. Запомните эти ники: Ридания, Кингу Пейн и Килька. Килька, Килька в банке. Ты поем сорвал, я лагаю что-то сильно. Килька в банке, да, еще раз повторяю. Да, мне тоже лагаю. Почему вы гоните на Риданию? Там два раза трэш был далеко, и нереально было добежать. А мы умираем или что мы делаем? Да, ну да, тут улетело. Минус 3 сразу. О, боже мой. Джейми, дай диваны совы, дай диваны тебе резко. Первый раз, второй раз, Джейми. Да, далековато был трэш, но в первый раз он был нормальный. Долго выглядел. Блин, мне кажется, надо подписать петицию о смене протопаладина в рейде. А он при чем ты? Танчит трэш далеко, и Мелизона не успевает вынести чуму. Ну так при надо Мелизону подтягивать. Чума к ловушкам, сука, черт ебан. У меня 14 стаков чумы было, когда они улетели. Ну пойдите, кто там еще не умер.
Я танчу, ориентируясь на мили-зону. Мне похуй, где милики стоят. Ой, тьфу, на РДД-зону ориентируюсь. Так, бутерброд, диспель раньше, даже если не выносит, слышишь? Да-да, я сейчас так и сделал. Так, фу, ныки с дуэлой печатью. Ну давай, Лунархоф, если скажешь, что улетал на вторых ловушках, то на втором трае, то будет ГП за три трая. Не, на втором трае кто косячил. Ты. И ты тоже. Ну да, я, ты и King of Pain. Не, там больше людей улетало. Там три человека улетело. Я знаю одного человека, которого ты кричал больше всех, но не называешь. Бэмми? Там вообще-то Димон не улетал. Он имеет в виду Ваню. Ваня улетел на третьих ловушках. Сейчас улетел какие-то банки, King of Pain, Redan. Да, мы не про этот трай, про прошлый. Давайте, кто на первом трае, что произошло? Надо ГП накинуть, нормально. Давай. На том же трае вроде вообще пол рейда улетело, нет? На первом трае танк Paralyze не подвел лича на край, чтобы я не протонулся. А, это нормальный трай был, да? Так, да, со второго трая. Так Кот не возвращается, сейчас только Локи возвращается. Ваня улетел на ловушке, у него сразу интернет пропал. Я тебя ловлюсь. Ну, в втором трае ты, я и King of Pain. Это на втором трае? Да, когда мы улетели с тобой. На третьем трае, по-моему, был Простя. Ой, это... Там будет тебе Войт. Ты можешь шкаф сразу ставить, Войт? Кто бы хотел сказать? И еще, по-моему... Помолчи, это за третий трай. За последний. Ну, за последний. Ебать, мы можем поменять Рэла, его нихуя не слышно. Давай ты, Рома. Давайте. Потому что я молчу, а вы базарите. Я могу поэрлить первую фазу. Кто эрлит вторую фазу? Бо, вводит вторую фазу. На вторых улетали три человека, я же тебе сказал, кто. Кто? Я, ты и King of Pain. Куда улетали? Подожди. Там я улетала. Почему тогда я дуэлился с Кощугой и с ДЦ? В степях, блядь. А, или Кощугу улетал. Ой, запизделся, короче. Кидайте психу ГП и начнем. Ну ладно. Кидайте мне ГП и начнем. Кто? Ты можешь поэрэлить или нет? Кто? Ты. Мне неудобно эрелить за ДК. Все равно последний по дамагу, не соглашайся. Пусть Варенька поэрелит и давай убьем уже, сидим тут. Да запускай. Я первую, вот вторую и Джейми третью. Какая разница, кто эрелит, если вы улетаете на ловушках? Это что, Рел виноват? Да. Нет, но надо со стороны Рела объяснить БДК, что лучше немножко поворачивать босса, чтобы милики... Ну и называть ловушку, ты ничего не говорил, когда они улетали. Я сказал, King of Pain, потом сказал, милики да. Ловушка. Почему? Давайте я по РЛ, ребят. Давай. Скажу, говорю сразу, БДК тут ничего не должен, это вы, короче, должны. Тут БДК на себе город держит, Ваня, ты нормально. Ты улетел, ты, блядь, чё базаришь? Я лагал. А то, что там всякие не отходят в сторону, это их проблема. ДК красавчик, всегда ДК прав. Ну, почти всегда. 300 баф. Я запустил лича. Давай, псих, поэрэли только вторую фазу еще. Я могу первую и третью, а Войт вторую. Не-е-е. Ну ладно. Боже, поэрэли, ты задолбали. Да не, Ваня. Ладно. Так, я... не говорить. Блин, нет, давайте я 17-й. Весь трай поэрэли, а то я здесь какой-то базар сейчас откроем. Ты больше всех сейчас базаришь. Ебать, там у кого-то гундос и голос такой противный. Согласен. Парень, давайте, если вайбнемся, то качок и следующий трай по РЛ. О. Может, не надо вайпаться?
псих, а почему у тебя ник ведущий? Расскажи, пожалуйста, историю. Я тут, короче, устраивал свою игру на ЕП. Самогон выиграл. Ты был рад? Вы вдвоем играли с самогоном, типа тупой, еще тупее? Ну, Рома, ответь на загадку, зачем вода в стакане? Чтобы пить. Ой, за стеклом, ой. Блядь. Теперь мы узнали, кто тупой из нас. Роман. Понимаешь, что эта загадка не содержит умозаключения никакого? Все сказал. Это содержит смекалку, РДД-ловушка. Дедмайндед, чума. Быстрее, быстрее, быстрее. Молодец. ДД. Для народ объявляйте маленько заранее. Дай ему пошла. Этот, на Рексис, поставь на себя звезду. Поводи РДД локацию, пожалуйста, РДД ловушка. Самогон конченый, выноси. РДД. КРЛ без рейд-фреймов. Милики, ловушка, отойдите от леща далеко, все. Повезло. Криворучка, чума. Диспель, забирай мелкий трэш, на нем чума. Мелкий трэш, пожалуйста. РДД ловушка. Леща надо отвести на край, потому что уже 73%. Еще у меня забагали седоны, можете скинуть разбаг макрос, пожалуйста, в РК? Где откроет там еще фотки? РДД ловушка. РДД, какие милики. Вы макрос скинули, пожалуйста? Красную каплю кто-то, Нейки, сдай красную каплю по Джейми. Варенька, умоляю, брат, кинь макрос. Сава. Алло, меня слышно, прием? Да. Варенька, ты конченый, кинь, пожалуйста, макрос. Пошел ты нахер. Так, блин, я не буду видеть, кто в вальках улетает. Скинул. Благодарю, Иван. Рашам, отойди отсюда, сюда сейчас будет дух дышать. Сферки, ШП, а сколько у нас хантов? Три ханта, сферы, ШП, бейте мобов. Ну ты, если подлетает сфера до тотемов, я вам кидаю 500 ГП. Да вам повезло. Идем все. Сейчас звезду поставлю. Вставайте точно, звездочку, пожалуйста. Давайте растишку. Стан, я не знаю, кто какую станет, поэтому сами. Вставайте в звезду ровно. Сейчас дух тыхнет, отверни. Да никто ничего не дыхнет. Бейте валькир всех. Боже мой, я в трусах. Станьте валькир. Почему ромб не застанет? Алло, трусы не станили ни разу. Я сали бы. Скорнение Мерлин. О, она забагала скорнение, нихера себе ты. Это ЕП. Типа это так сложно сделать? Блин, я не знал, что его можно багать. Лича в центр, так, пожалуйста. Серьезно. Это притворец мертвым, да? Да. Ну да, что там сложно. Так, идите все в звезду рейд. На ком будет оскорбление, вы выпрыгиваете влево. Это влево, вот, показываю куда. Войд для тебя. Стоим пока в звезде. Все, уходите, выпрыгивайте. Бейте всех в фалькир, у меня не показано, кто улетает, бейте всех. Трусы больше дамага. Вот это ДПС у нас, конечно. Бейте лича. Кому-то маны надо залить? Шаману может. Лучше 3 секунды. Оскорбление за 3.
А чё ты базаришь, ты не рыл, алё? Сори. Отошли с осквернения, пожалуйста. Ну вы конченые. О, ну, я знаю, на ком было осквернение, падаем. Это был бибом, пацаны. Паралайз, ГП себе кидай. Я не буду себе ГП кидать. Блин, дай я тебе права, чтобы я накинул ему ГП. Ну можно было просто набрать рейндж, просто, и все. А ты сказал, что я базарю, и никто не разбежался. О, спасибо, я теперь бульбулятор. Так, где там паралайз? Посмотри по рекаунту, кто получил урон от лужи, и как по ней пробежались охуенно потом. Ты почти в центре его разбил. Да, не важно, не суть. Да важно, важно, ты все время меня за это пилишь, так что это важно. Подождите, Рома, ты зашел в инст? Давай, блин, сейчас ты будешь выносить лужи, я буду в нее заходить, и ты будешь получать ГП за это. Да нет, я? Вообще лужи на роге не выйдет. Олег, ты понимаешь, что... Ну, типа... Ну, бля, ты ладно, не узнаешь, кто по ней бежал. Я по ней долго бежал, потому что я был с краю, ну, как бы, далеко. И ты ее прямо подо мной разлил. И получилось, что я двигался в центру по ней. Я начал в обратную сторону выпрыгивать. Она от этого росла. Нужно починиться, Рома. Блин, там стоит какая-то сова, кралька. Оббегает прямо по луже. Заебись. Так если ты видел, кто стоял, накинь. Я же не видел. А при чем тут? Ебать, за что получать ГП? Я стоял. За что я получаю ГП? Что под моими ногами лужу разлили? Ну что надо отбежать? Я отбегал. Блин, стойте. Сразу подбегал. Клайман, как только надпись высветилась, я сбегал, и получилось так, что мы в одну сторону бежали. Клайман, дай 10 долларов. Олег, поменяй меня, пожалуйста, на Санстрайка, не надо пойти. Спасибо. Пошел в жопу самогон, без ЕП. Почему без ЕП? Потому что ты уходишь. Ну мне нужно, блин, на то это. Ну ты не предупреждал перед рейдом, что тебе нужно срочно уходить. Иди, короче, нахуй, соси член, блядь, от роди, ну не знаю, ты, короче, гондон, вот и все. Псих, ты не хочешь на кого-то помощней, зайки? Какая разница? У нас есть травма с ДПС. Хотя сейчас, блядь, 6 валькиров. Ну не знаю. Нет никаких траблов с ДПС. 9к, ебать. Нормально же было ДПС. Сколько у меня сантиметров, столько у тебя ДПС. 330к же был на сурке, это нормально. Мы из 280 убивали. Сейчас просто станы божественные, я станю и молотом, и гневом, ну там понятно все. А кто лучше ДПСит? Боже мой, пустошник Паралайз или Назгаул? Назгаул танк. Ну, если... он лучше дамажит Паралайз, там полмиллиона только лужей набил. Можно быть их поменять? Могу зайти танком, короче, по РЛ с первого трая. Да не нужно, ща я хантер. Да, давайте Войда потестим, но мне кажется, если он обещает, он слово свое сдержит. Могу фуриком зайти, 20к ДПС и с первого трая убиваем. Блять, это бог этого рейда. Я преклоняюсь перед Войдом. Поставься лучше шкаф, Войд. А кто у нас ушел? Самогон и криворучка зайдет сейчас на паладина. А чё, блять, паладином он больше типа ДПС даст, опять сосать будет сейчас. Не нужен кель. Так, блин, баф же от роки теряется всему рейду. Ну ничего страшного, потеряется 3% физического урона, я думаю, мы переживем это. Я думаю, он не компенсирует это своим уроном. Он даст больше паладинам ДПС, а Валькир, плюс будет дополнительный стан, плюс Сакра в комнате, плюс красная капелька. Я считаю, это компенсирует. Как вы качаете ретриков для Сакры? Это ж, ну, пизда. У него ПВП спек. Давайте чек на бафы, на готовность, на пул. Так, давайте по станам, короче, Джерри, он будет станить ромбик, а Нейкис будешь станить кружочек, и Джемми будешь станить трусы. Только станьте, пожалуйста, сразу трусы. Тюменская, у тебя есть великолепная способность, называется рассеивание заклинаний. Ты можешь диспелить Салас протопаладина. Не мог застанить моментально трусы, потому что на мне было сало, но и то мы его застанили и убили. Вот ты молодец. Я бог. Не ты, а милики, которые дамажили, молодцы. Санстрай еще не хватает. Я Роман Богатырев. Подожди, меня что-то выкинуло сейчас. Давай, заходи быстрее. Короче, сейчас если у вас не получится заэрелить, я заэрелю. Мне кажется, была беда в Паралайзе. Да у
у тебя тоже не получается нихера. Я оскорение не заливаю рейд. Ну, да, был один раз. Просто на том серсе, на котором не умеешь ролить. Блин, давай зайду на того, кем умею. Ну, зайди быстрее, ладно. Убьем с первого драйва. А на кого зайти-то? Три, пси, давай, по твоей логике. Ну, не обижайся, Олег. Сейчас будет каждый вайп на луже, потому что буду просто рядом оббегать эту лужу. Мы будем вайпаться. Ты будешь кидать ГП человеку с лужи. Не, ну тогда я могу сказать вам ГП. Я указываю на пацанов. Ты понимаешь, что там виноват как бы ты, потому что ты ее раздел близко к рейду. Надо такие срочно минут на 5, если что там меняйте меня. Какой? Нет, Ваня, стой, умоляю, Иван. Я запустил лича уже. Алло, Ваня, ты тут? Тупырь, а? А танчи в этом, как его? Сфера. То же самое, как на вторых вальках, мы стоим в одной точке и выносится сквернение. Там то же самое, как повезет.